Дорогие друзья, гости моего канала, всем привет. Приехал сегодня в Можайск. В общем, ко мне приехала Елена. Сейчас также веду прямую трансляцию. Сейчас закажем покушать что-нибудь и покушаем что-нибудь вкусненькое. Вот такие картины на стене висят. Ну, в общем, вот так, дорогие друзья. В общем, суп вот такой взяли. Супчик, котлеты, смотрите, как подливка такая, котлеточки, хлебушек, пирожок с капустой и чай. Сейчас, дорогие друзья, посмотрим, что из себя представляет суп. О, сметаны здесь очень много. Это как суп называется? Щи. Щи, прикольно, ага. Кто кушает, всем приятного аппетита и хорошего настроения. Да, дорогие друзья, знаете, что хочу сказать? Смотрите, сколько в Рузе положили картошки, здесь сколько положили. Как думаете, здесь больше или в Рузе? Напишите, ребят. Ну все, дорогие друзья, очень выехал на улицу. В общем, сейчас поеду домой, скорее всего. Где-то часик побыл, но, скорее всего, в Можайск уже завтра приеду. По этой лестнице могу подняться, доехать до Тучкова. Здесь кушал. Ну и все, дорогие друзья, в общем, на этом видеоролик заканчивается. Всем удачи, всем хорошего настроения. Пишите комментарии, ставьте лайки. А Елене большое спасибо за такой прекрасный, великолепный обед.